поделись впечатлениями от сегодняшней игры. Тяжелая игра. Проиграли, обидно. Ничего страшного. Готовимся дальше. Коллеги, ваши вопросы, пожалуйста. Ладно, чего не хватает немножко в концовках матчей, да, уже не первый раз, когда Салават упускает вот игру. Я не скажу, что проиграли концовку. Контратаку пропустили, свои моменты не забили. Регулярно трактор открывает счет. Что тут не так? Почему не удается Салават первым? Не знаю. По динамике сегодня в целом матч отличался. Если 4 подряд игры в целом были похожи, то сегодня как-то трактор прибавил. Или скорее вы хотели сыграть более, может, осторожно? Да не скажу, готовились, как всегда. Получился такой матч сегодня. Следующий будет другой. Коллеги, два вопроса. Иван, ну у Салавата теперь нет права на ошибку, как будете играть в Челябинске. Будем играть, как всегда, в свой хоккей и стараться победить. Еще последний. Вас не напрягает, что повторяется сюжет прошлогодней серии с Адмиралом? А вас? Напрягает? Нас нет. Спасибо.